Смотри сюда, Спайк. Прости. Чтобы это сработало, нужно сосредоточиться на... Спайк, чтобы магия сработала, нужно быть очень внимательным. По-другому никак. У меня не получается. Смотри. Не обращай внимания, это же Пинки Пай. Сегодня она великая Пинки Пай. Тики-тики-тики-та. Пинки Пай, скажи мне, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? О, это мой хвост, это мой хвост. Тики-тики-та. Знаешь, что это означает? Вообще-то, Пинки, не имею ни малейшего понятия. Это моя интуиция. Она подсказывает мне, что в ближайшее время что-то может упасть. Я бы на вашем месте спряталась. Но, Пинки, дождя явно не будет. В небе нет ни одного облака. Он сказал, мягкая посадка. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лора Фауст. Продюсер Сара Уолл. Мне очень жаль. Надеюсь, ты в порядке, Искорка. Я просто не могла смотреть спокойно на переполненный пруд. Интуиция Пинки. Эти лягушки врезаются друг в друга. Поэтому я решила перенести как можно больше малышей на болото Фрогги Боттом. Конечно, я понимаю. Пока. Искорка, у тебя на лице кто-то сидит. О, правда? Это тебе тоже интуиция подсказывает? Нет, я просто увидела. Ля-ля-ля-ля-ля. Пойдем, Спайк. Давай продолжим занятие в более спокойном месте. Ого! Это было потрясающе! Пинки Пай предсказала, что что-то упадет. Так и произошло. О, прекрати. Она просто сказала, что что-то упадет. И совершенно случайно с неба свалилась лягушка. Обычное совпадение. Больше ничего. Мой хвост! Мой хвост! Тики-тики-та! Тики-тики-та! Что-нибудь еще скоро упадет! О, Пинки, хватит. Больше ничего не упадет. О, нет! Искорка упала! Я могу помочь ей! Все в порядке! Мой хвост перестал дергаться! Это было потрясающе! Перестань! Искорка, что ты делаешь в канаве? Это нам Пинки Пай предсказала! Спайк, если честно, она этого не делала. Два совпадения подряд – это, конечно, редкость. Но я скорее поверю в это, чем Пинки ее хвосту-предсказателю. Хвост-предсказатель! Интуиция Пинки! Не волнуйся, все в порядке. Предсказания уже сбылись. А, стой. Только не говори, что ты тоже веришь в эти глупости. Понимаю, это не поддается логике, но пони, которые достаточно долго живут в Понивилле, знают. Когда у Пинки трясется хвост, к ней надо прислушаться. У меня уши шевелятся! Мои уши шевелятся! Что это значит? Кого-то ждет ванна! Что? Ванна? Удивительно. Кажется, твоя интуиция не подводит тебя. Обычно это происходит так. У меня появляются разные ощущения, которые обозначают разные предсказания. Например, у меня чешется спина, значит, день будет удачным. А если у меня дрожат коленки, значит, произойдет что-то неприятное. У тебя сейчас дрожат колени? Нет, зато у меня болит плечо. Это означает, что в ванной сидит аллигатор. Почему же тогда у тебя не задрожали коленки? Это не просто неприятно, это очень опасное предсказание. Неправда, подружка! Это ручной аллигатор зубастик. У него нет зубов. Ладно, ладно, поняла. Ну, я все равно не верю во все эти предсказания. Все это просто выдумки. Почему ты не веришь? Ты ведь волшебница, так в чем разница? Во многом. Во-первых, магию нужно изучать и практиковать. Магия работает только тогда, когда я ее использую. И я точно знаю, что я собираюсь сделать при помощи своей магии. В
твоем же случае этого не происходит. Ты совершенно не права, Искорка. Иногда со мной происходит несколько вещей одновременно. Все вместе они предсказывают будущее. Я называю это ансамблем. Ансамблем? Ну да. Знаешь, уши шевелятся, коленки дрожат, и глаз дергается одновременно. Это означает, что в небе появится прекрасная красочная радуга. Ну да, конечно. Похоже, надвигается ансамбль. Уши шевелятся, глаз дергается, коленки дрожат. Ой, ты же сказала, что ансамбль предвещает прекрасную радугу. О, нет. Это когда сначала уши шевелятся, потом дрожат коленки, а потом дергается глаз. А сейчас все совсем наоборот. Это обычно означает, аккуратно открывайте двери. Ты в порядке? О, нет, я в это не верю. Ты не веришь, потому что не понимаешь. Ладно, в следующий раз, когда с тобой еще что-то произойдет, мы получим научное объяснение. Хорошо, договорились. Пока ничего не происходит? Абсолютно нет. А сейчас хоть что-то. Стой, подожди. Нет. Ты что, издеваешься? С тобой весь день что-то происходило. А сейчас, когда у меня все готово, с тобой ничего не происходит. А это не контролируется, все получается произвольно. В этом нет смысла. Иногда нужно поверить во что-то, даже если ты не можешь найти объяснение. Я не могу верить в то, чего не могу объяснить. Стой, подожди. Я что-то чувствую. О, нет, что? Что это? Это живот. Обычно это значит, что я голодна. Давай поедим. Знаешь что? Забудь об этом. Я уже не хочу знать, правда это или нет. Я не хочу никаких объяснений, мне все равно. Хорошо, хорошо. Пинки, ты видела искорку? Искорка, что ты там делаешь? Вы это вдвоем придумали? Что придумали? Ой, это смешно. Этого просто не может быть. Это все странно. Я должна все выяснить. Наконец перестать следить за мной. Оу, прости, но... Ну, разве ты занимаешься не тем же? Нет. Я провожу научные исследования. Я наблюдаю за Пинки Пай, известной также как Пинкиус Паиус, в привычной для нее среде. Пинкиус Ктоиус? С ее интуицией в ансамбле явно что-то не так. И я в этом разберусь. Поэтому... Пойдем. Пинкиус Паиус движется. Чешет нос. Ха-ха, очень смешно. Вот она прячется, будто с неба сейчас что-то упадет. Но у нее чешется нос, а с неба что-то падает, если у нее дергается хвост. Возможно, что это доказывает... Спайк, ты куда собрался? Я пытаюсь привить тебе навыки научного исследования! Ой. А сейчас она что делает? Нюхает цветок. Вот это да! Интересно, что это значит? Вероятно, этот цветок хорошо пахнет. Стой!
Подожди, я начинаю понимать. Уши шевелятся, глаз дергается, коленки дрожат. Погоди, ты только что назвала комбинацию, которая означает «будь осторожен, открывай дверь». Ха-ха. Ты вправду веришь во все это, да? Вот, давай я докажу тебе, что бояться нечего. Видишь, ничего плохого не случится. Искорка, ты пришла посмотреть на мой новый чулан для яблок? Как мило, Искорка, ты в порядке? Давай я помогу тебе. Стоп. Запиши. Хвост дергается. Хвост дергается? Хвост дергается! Тихо, Спайк! Пинки не должна знать, что мы здесь! Что-то упадет! Что-то упадет! Спасайте свои жизни! Ой, Спайк, хватит! Ты перебарщиваешь! Ой, ой. Отношу яблоки в свой новый чулан. А ты, Пинки, чем занимаешься? Позволяю Искорке следить за мной и делаю вид, что не замечаю ее. Ты с самого начала все знала? Почему не сказала? Смешно. Тогда секрета бы не было. Хвост все еще дергается. Все в норме. Насколько мне известно, небо абсолютно спокойно. О нет, что это значит? Не знаю, такого раньше не было. Но что бы это ни значило, ощущения невероятные. Произойдет что-то, чего мы не ожидаем. Это произойдет на болоте Фрагиботом. Флаттершей туда направляется. О нет, что-то с ней? Я не уверена. Надо убедиться, что все в порядке. Успокойтесь все. Все, что нам известно, это то, что у Пинки Пай был очередной приступ интуиции. Я думал, ты не веришь в такие вещи. Не верю. Я просто хочу увидеть лицо Пинки, когда мы поймем, что ничего не произошло. Договорились? Холодно? Может, тебе одолжить куртку? Нет, спасибо, я в порядке. Так что могло случиться с Флаттершей? Надеюсь, ничего. Я знаю. Ну, а как ты думаешь? Стараюсь об этом не думать. Я тоже. Но я не могу об этом не думать. А что, если она лопнула? Просто лопнула? Без всяких причин? Да, так, бум! Я знаю. Что если... Что если она лопнула, а потом еще раз лопнула? А ты так можешь? Можешь лопнуть дважды? Конечно, нет. А что если она лопнула, а потом лопнула еще раз, а потом... Ой. Прекратите вы оба. Она в порядке, я в этом уверена. Надеюсь, ты права, ради Флаттершай. Болото, Фрагиботом, смотрите! Я так рада, что все в порядке. Прости, я знаю, что это не очень хорошо, но... Я же говорила, что не о чем беспокоиться. И я была права. Пинки Пай сказала, что ее приступы интуиции потрясающие. И потрясающее здесь то, что я была права. Искорка. Пинки, уже достаточно предсказаний на сегодня. Фу, откуда такой запах? Но сейчас мы все убедились в том, что не стоит верить во что-то, чего вы не можете увидеть своими глазами. Ну, тогда посмотри, что за тобой, Искорка. Я вижу, но я в это не верю. Бежим! Бежим!
Лея, бегите на гору! Помогите! Я иду, Спайк, держись! О! Думаю, мы справимся! Но Пинки все еще дрожит! О, посмотрите, прекратилось! Бегите, бегите быстрее! Ты знаешь заклинание, которое превращает гидру в мышь? Нет. А может, в белку? Нет. А может... Ни в какого мелкого грызуна! Это очень плохо. Прыг! Скок! Прыг! Она слишком близко. Я отвлеку ее. А вы двое бегите! Что бы сделала такая храбрая пони, как радуга? Ура! Искорка! Падение, удача или что-то еще. Но ты сказала, что на болоте нас ждет что-то невероятное. И я могу с точностью сказать, что это было более чем впечатляюще. Я имею в виду гидру. Пинки? Дело не в этом. Что? Дело ни в чем. О чем ты говоришь, Пинки? Гидра была не главной. Меня все еще трясет. Видите? Вот. Опять началось. Что бы ни произошло на болоте Фроги Ботом, интуиция Пинки подсказывает, что это еще не конец. Что? Но я... Что? Дело не в гидре? Разве это не сбило нас с ног? Что может быть более сногсшибательным? Не знаю, но это еще не конец. Я сдаюсь. Ты о чем, Искорка? О борьбе. Я так больше не могу. Я не понимаю, что, как и почему, но интуиция Пинки как-то работает. Ума не приложу как, но это работает. Только потому, что я чего-то не понимаю, не значит, что это неправда. То есть ты веришь? Да. Думаю, да. Что это? Ты поверила! Я даже не ожидала этого! Невероятно! И это самое потрясающее, что могло бы произойти! О, хорошо, Спайк, ты здесь. Пиши письмо. С удовольствием, Искорка. Дорогая принцесса Селестия, с радостью сообщаю вам... Спайк... Что я говорила тебе о внимательности? Знаю, но я... Но... Что такое, Спайк?
Никогда не думал, что увидишь меня в такой шляпе с зонтиком? Если честно, то нет. У Пинки Пай хвост дергается. Что мне еще сделать? Я счастлива сообщить вам, насколько важную вещь я поняла сегодня. В мире есть много прекрасных, но необъяснимых событий. И это вовсе не значит, что это не может быть правдой. Вы можете верить во что угодно, и объяснение ни к чему. И только близкий друг может заставить вас поверить в невероятное. Бип! Бип! Всегда ваша верная ученица Сумеречная Искорка. Вот опять начинается! Интересно, что упадет с неба на этот раз? Кто знает? Торчащий хвост! Этого не может быть! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».